Я вместе со своими помощниками, с аппаратами стараюсь отработать для того, чтобы найти выход. Жалоб с каждым днем становится все больше. В приемные депутаты говорят, это хороший знак. Аппарат работает эффективно. Более трети обращений удается решить в пользу заявителей. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, Станислав Левин. События. 270 миллионов рублей в дополнение к тем, что уже получил подрядчик на создание межвузовского культурно-театрального центра «Дирижабль», выделило Российское министерство культуры из федерального бюджета. Еще 20 миллионов будет направлено на разработку проекта реконструкции одного из корпусов технического университета. Здание является памятником архитектуры 19 века. А вот реставрация пожарной каланчи на Хлебной площади уже почти завершена. Открыть музей пожарного спасательного дела должны будут уже в этом году. Ход работы по реставрации памятников архитектуры обсудили на специальном заседании в рамках проекта «Историческая память-2014» под председательством депутата Госдумы Александра Хинштейна. Большое внимание уделяется планам по реконструкции фабрики кухни. Для меня очень важно и отрадно, что фабрика кухни даже в нынешнем своем состоянии, она уже живет. Вот сейчас там закончилась выставка современного искусства, посвященная 170-летию Репина, непосредственно в тех залах, которые сегодня, увы, выглядят не лучшим образом, но объект, что называется, напитывается культурой. Через несколько лет все будет выглядеть там совершенно по-другому. Кроме того, в Самаре продолжается комплексная программа по спасению.